Подъехал прямо к кассе. В Ставрополе автомобиль протаранил аптечный склад. Иномарка разбила стену и въехала прямо в помещение. В аварии никто не пострадал. В здании еще не было покупателей, а водителя спасла подушка безопасности. Он отделался только испугом. Зато первая помощь могла быть оказана прямо на месте. В аптечном складе уж точно имеется успокоительное средство.